Сегодня 17 сентября. Вот так вот выглядит Самарская Лидия. Вот эти покраснели. На листочках все-таки, да, на листиках появляется вот эта вот маленькая розовая красненькая полосочка. Вот этот зацветает. Ну, вот тот навряд ли. А этот вот такой тоже красишный. Так. А это геркулес. Ну, геркулес я пока буду называть геркулесом. Геркулес, не геркулес, не знаю. Купил как геркулес, пока пусть будет геркулесом. Вот со стороны, с такой, с несолнечной стороны, он зелененький, не краснел. Ну, в смысле, не розовел. Так выглядит.